Всем привет, с вами Skiff Music, меня зовут Алексей, в моих руках электроакустическая гитара Crafter HT250CE. Но перед тем, как мы продолжим говорить об этом инструменте, подписывайся на канал Skiff Music, Skiff Music Live и не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Ну а мы вернемся к нашей гитаре. Эта гитара сделана в корпусе оркестра, он поменьше, чем стандартный дредноут, поэтому с ним довольно удобно сидеть и заниматься. Также здесь есть вырез, что обеспечивает более легкий доступ к высоким ладам. И, конечно же, на борту есть электроника, это же все-таки электроакустическая гитара. Здесь есть регулировка по частотам, тюнер, регулировка громкости, все как положено. Поэтому эту гитару можно записать, подключить, отыграть какой-нибудь квартирник, вообще без проблем. Верхняя дека сделана из ели, обечайки, задняя дека и гриф сделаны из махагона, а накладка на гриф из палисандра. Давайте теперь послушаем, как этот инструмент звучит. Отличный инструмент, которым точно стоит пополнить свою коллекцию, особенно если ты хочешь начать учиться на гитаре и хочешь делать это на гитаре классного уровня с хорошим звуком и крутой сборкой. Скорее беги к нам на сайт, чтобы успеть приобрести для себя эту гитару, и помни, гитары — это про счастье.